сидит, Витя оттуда когти рвет, леску видел, бежит туда, Витя бежит оттуда. Хотел на забор прыгнуть, не получилось. Промазал? Нет, упал. Я не знаю, кого. А Лиска думала, чужой кот? Да, она туда побежала. А он оттуда бежит, а я вот так. О, опять сидит. Опять сидит. Сидит и бдит там. Да. Кушает овсянку. Что ты там сидишь? Эй! Ждет чего. Выглядываешь? Прохладно. Да, какой-то ветерок подул у нас, да. Ребят. Такой. Ой, подожди, Лёшек. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер вам, дорогие друзья. У нас вечер среды. У нас вечер среды. Вот вышли. Посеяла горчицу. Загребла. Лёшек завтра утром польёт. И ту горчицу польёшь же там на грядках. На тех, где я посеяла. А, ты там посеял? Ну, где были огурцы и где капуста, блядь. Вот, где перец остался там. Пойду-ка я сейчас полью. Сейчас пойдешь, пойдешь? Ну, чтоб шланги не переключать завтра. Я с утра буду. Как хочешь, поли сейчас. Пойду. Как хочешь. Как раз ты поли. Здесь, включишь меня. Ну, давай. Да, ветерочек такой прохладный. Подуло осенью. О, хотя днем жарко-жарко. У меня розы расцвели. Новый крантик у тебя, да? Прокладки не поставил. Из-под железочек. Ладно, завтра. Ну да. Вот. Они уже осыпаются. Так, такой цвет необычный, сиреневый. Вот такие вот. Роза вальс называется. За вальц. Это отцвела уже. Так, тут надо вот это тоже все косить. Срезать. Лилейник этот. Сныть это задолбало. Да все, она трава эта вся задолбала. Включить? Что? А ты ж тут выключил, по-моему, кран. Ну, выключен, конечно, выключен. О! Не пошла? Ну, так, конечно, выключил. Говорит, пошла. Пошла, не пошла. Так, мои флоксы я вам так и не показала. Вот. Сейчас Лёшек их еще польет. Вот так вот. Посмотрим, что из них получится. Вот это вот тут посадила самый дохлый. Не знаю, будет что с него, не будет. Ну, будет, будут, а не будут, так не будут. Что теперь уже, да? Бархатцы. Ой, как-то не пахнут. Или я нюх потеряла. А мне так нравится, как они пахнут. Ты тут будешь поливать вот эту, поливай все. И на мангольд, потому что я и по мангольду посеяла. Везде посеяла. И папорею посеяла. Завтра надо будет собрать перец. Вон сколько его.
И такой красивый. Сильно заливать или так? Сильно заливать. А что так? Оно завтра высохнет все и все. А что ты этим поливаешь? А вот это душ. Не? Ну ты сейчас этой дне. Душ где? Ну какой-то хрен. Где душ? Еще поверни. Там что, все забилось? А у нас нет другой поливалки? Нет. Ветер дует. Боже, нет. Сейчас все вымоет и все. Вот там все забилось. Ну ладно, хоть так. Так выкинуть ее. А была же зеленая где-то еще. Это, по-моему, старая. Это новая. Новая? Да. Вот такая страшная. Только я пошла. Ой, какой ветерок свежий. Где-то, может, дождик прошел. Блин, это этой дрыгалкой. А где другая поливалка наша, старая? Я ее выкинул. Ты ее выкинул? Не нравится, но все семена вылетают. То и не нравится. А ты говоришь, утром поливаешь? Да ну? Да ну? Ну, что много, долго. Ну, да ну, так да ну. Ноги мокрые, наверное, уже. Да? А что галоши не надел? Забыл. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро. Я ничего не вижу. А, вон, а зачем тебе себя видеть? Что-то там видно. Там будет все видно. Что-то пошли. Доброе утро. Доброго вам утра. Хорошего денечка. Хорошего настроения. Вот, будьте здоровы и счастливы. У нас сегодня четверг, без 5:08 сейчас, и мы едем в город. Одела очки, солнце уже низко, и так ярко светит глаза, прям, да. Да, я пошел прогревать, я пошел. Иди. Роса такая, прям мокра. Надо аккуратненько ступать, вот так вот, чтобы ноги не замочить. У нас прохладно, прям. Вчера, вот вы знаете, подул ветерок такой. С утра прям жара такая до обеда была. А потом подул ветерок. Такой прохладненький. И все. Температура упала. И уже сегодня ночью было прохладно. И уже сегодня так вот чувствуется дыхание осени. Да. Сейчас пока Лешек прогреет машинку немножко. А я вам покажу свой палисадник. А читок развалился. Может, его подвязать надо, связать вот так вот в кучку. Вот, видите, цветут мои эти флоксики. Так вот, бедненько, но все равно дают какой-то цвет какой-то. Тут вот начинает уже расцветать, вот, видите. Ага. Этот вообще цветет классно. А розы как расцвелись, гляньте. Да? Красивые такие. Алая. Такая прям алая.
Красота. А это в веснушках. Вон там еще такая же. Вот. Они вроде как две одинаковые, что ли. Я не помню уже. Ну, похоже. Но это низкая, а та высокая. Гортензии. Жалко, поздно расцвели. Поздно расцвели. Замерзнут. А сколько вот здесь цветов, видите, вон, не распущенных еще. А если весь куст зацветет, представляете, что будет? Боярышник уже спеет. Надо попробовать. Может, уже спелый? Без времени. А цветок здесь вот. Какой уже. Вот какие шапки. Красивые. Этот хризантемки. Вот уже как расцвели. В этом году раньше цвести начали. Вроде. А может, нет. Погнали. Погнали. О! Дома покажем. Дома покажем. Так, все, мы, ребята, скупились. Рынок сегодня как-то не очень так вот. Ну, мы купили все, что надо было купить. Вот все, что по списку. И даже больше. Вот. Что по списку. Все, едем домой. Вот. Поедем домой смотреть, что там у нас. Купили дерево. Вон, видите? Грушу. Сказали, хорошая. Ну, такая зимняя, поздняя. Поздняя, но хорошая в лёжку. Вот и хорошо. У нас там есть. Есть алгарская красавица, есть. Это еще какая-то. Первый год я покупала грушу. Какая, уже не помню. Не помню сорт. Да. Но да. До сих пор они не плодоносят. Но в этом году цвели. И груша цвела, и вишни цвели. Ну, мороз. Мороз был. Так что. Ну, ничего. Еще сливу. Ну, сейчас будет эта трасса смерти. Надо проехать через рынок. Ну, ладно, сегодня народу немного, Лешек. Поехали. Потому что поехали в объезд, если хочешь. Да нормально. Нормально. А листья уже желтеют, облетают. Нормально. Видите, как у нас тут все вот. Ага, нормально. Глянь, что делается. И это ж все ходят и даже не смотрят на дорогу. Вы понимаете? Вот. Вот что ты вот едешь, блин? Ой, осторожно, дядьку, смотри. В общем, такой вот рыночек. Дядя Славик наш. А саженцы разобрали почти. Вот так, как. Ты едешь, дядя? Так, Лешек. В общем, смотрите, вот такая вот груша, видите? Ей уже 2 года. Стоит она 750 рублей. Сорт. Сейчас скажу.
сейчас прочитать. Найду. Груша. Кифер. Груша кифер. Кифер. Не знаю, есть у кого-нибудь такая груша? Привита ногичку. Вот. Кифер. Как кефир. Ну, такая вот, видите, такая крепенькая, такая прям... вот, прям классная. Ну, сказали нам, что груши любят, чтобы их поливали. Так что надо поливать груши. Смотреть, что купили? Взяли помидоры. Помидоры по 80. Это вот для бомбических помидор. Вот я всегда покупаю на рынке вот такие вот. У меня нет, я все спелые собрала. Вот такие сливки лучше всего. Так что делаем бомбические помидоры. Ну, может завтра, послезавтра. Посмотрим, короче. Посмотрим. Так, зеленушка. Взяла лук вот такой вот. Юрик приедет, он любит такой лучок просто так вот порезать с овощами. Не салат, а вот просто овощи и лучок сверху. Вот. И к шашлычку. Лук по 200 рублей такой вот. Ялтинский. Крымский. Вот. Так. Укроп купила. Потому что нет у меня зелени. Не растет. Вот это на 80 рублей. Вот это все на 150 рублей. Все удовольствие. Лиля, ну что ты? Свалилась. Аккуратненько. Не знаю, почем укроп. Вот это вот на 80 рублей. Так, что дальше? А, это носки Леша купил. Пока я ходила там туда-сюда, он купил себе носки. Носки мужские. Ногинка. Чулочно-носочная фабрика Ногинка. Ну, ногинские, наверное. Вот. Не знаю, почем. Придет, спрошу. У нас раньше продавали, вот прям развал такой был. Куча носков. Вот так вот, всяких. Чисто носки. Навалены были. И вот что-то пропали они. Перестали ездить. А плохо. Там было вот 5 штук на 100 рублей. 3 штуки на 100 рублей. В зависимости от качества. От... Вот было как-то классно. Ну, пропали. Персики плоские. 350 рублей. Лешек себе навыбирал. Так, персики. Вот эту штучку вот купил еще переходник, потому что лепил кран на шлангу, не лепится. Взял вот эту штучку переходник и все. Будем открывать и закрывать под раковиной, под мойкой на террасе. Да и так там закрываем, потому что срывает. Вот он хотел поставить обычный кран, вот этот, на шланг, а его срывает. Да. Так. В мясном купили фарш. Знаете, что хочу? Купила перцы там 5 килограмм. На варенье, будем варить варенье из перцев. И хочу нафаршировать и заморозить. Вот, на зиму. Фаршированненький перчик. В этом году я как-то много не морозила. Зелени у меня мало. Зелени в основном у меня осталось прошлогоднее. И хорошо, что я в том году много наморозила. Вот, мне хватит ее и на этот год. Там укропчика, вот первый укроп, который пошел, я немножко заморозила. Но укропа у меня мало. Укропа мало. Там в основном петрушка и кинза. Петрушка, кинза, щавель. Итак.
Так, фаршик 350 рублей. 355. Вот такая вот грудинка. Взяла вот такую грудинку с ребрышками. Это как такие вот ребрышки. Шкурку сниму, а ребрышки нарежу и потушу. Знаете, как сделаю? Ну, Юрик приедет, надо приготовить. Пюрешку хочу сделать. А сверху потушить вот эти ребрышки и потом наложить вот так сверху на пюрешку ребрышки. И чтобы они такие прям вот разваливались. Утушить их, знаете, вот от всей души, чтобы прям таяли во рту. И подливка такая вот растечется по пюрешке. Ой, я голодная. Так, сало. Ой, а почем сало? Я даже не спросила. 580, что ли? Это брали вот, попросила такое мягкое, хорошее сало, как Лешек любит. Я тут, знаете, раньше вот такое сало не признавала, которое без мяса. Это для меня было не сало. А потом, когда для Лешика стали покупать, вот мы ездили в Токмак с ним, и там для него, там у нас сало, выбор просто офигезный. Да, а сало смаленное соломкой, знаете, какое вкусное. Обалденно вкусное. Оно такое, как будто пахнет дымком, чуть подкопченное такое вот. Помнишь, сало я из Токмака привозила, да, Лешек? Там и мы сало. С тобой привозили, и я сама потом ездила. Там было сало. Вот такое толщины. И прям как масло вот. И я потом попробовала вот это сало без масла. Блин, какое оно без масла, без мяса. Какое оно вкусное. Офигеть. Теперь берем сало без мяса. У дедушки в сенцах вот такой же дом. Короб такой, да, был? Открываешь, он полный. Сало. В соли засыпанном, да? Конечно. Да. Потом очищали, когда он присылал. Да. Да, сало. Знаю. У моей свекрови тоже был такой сундук. Стоял в подвале. Лешек, почем носки ты брал? 100 рублей. Вот это на 100 рублей. Три пары, да? По 25, 4 пары. По 25 рублей? Ага. Капец. Это одноразовые. Они какие-то разные. Ну, я одни разные. 4 пары, да, по 25 рублей. 25 рублей. Ой. Смешная цена, да? Что сейчас можно купить за 25 рублей? Я даже не знаю. Носки. Вот, так что вот с тех пор я стала тоже любить сало. Редко, когда покупаю себе с прослойками. А вот такое вот без прослойки и мягенько, и вот так вот тоненько-тоненько его слайсиком нарезать, такими прям замороженное оно и прям режется так вот, закручивается, знаете. Так, селедочка 480, ну такая вот крупненькая, такая вот толстенькая. Это будет завтра на стол к пюрешке. Пюрешке будет, так, вот. Ой, чашка тут у меня еще с утра стоит. Так, тут все. А это пятерка. Это пятерка. Крышки 120. Обычные крышки. У меня там уже мало осталось. Думаю, возьму, пускай лучше будут, чем не будет. Сколько их тут? 20 штук. 120 рублей. По 6 рублей крышка. Так. Все, пошла пятерка. Семок взяла. Давно уже покупала семки. Диски у меня закончились, ватные. Диски ватные. Лешек взял себе безобразие вот это вот. Говорю, есть же пирожки. Есть еще пирожки, мы их не съели еще. Бери, ешь. Вот мне одного пирожка много, я вот эту взяла себе. Так съешь пол пирожка. Ну, как хочет, пускай ест вот эту вот фигню магазинную.
как хочет. Ладно. Так, Лёшик взял себе колбаску. Вот такая. Горки. Салями итальянская. Это все пятерка, ребята. Так, лариста для Лёшика. Крахмал. Крахмал. У меня закончился крахмал. Крахмал купила. Кукурузный взяла. Вот. Крахмал. Творог. Не стало творога моего у белорусов. Почему, я не знаю. Пришлось в пятерке покупать. Опять вот это искренне ваш. Ну, мне понравился. Он, правда, дороже получается. Да? Там 400 граммов 120 рублей. Здесь 500 граммов 190 рублей. Вот. Взяла две штучки. Я же взяла лаваш, он у меня лежит в холодильнике. И я так и не сделала ковырмы. Творог расходится. А ковырмы нет. Ну ладно. Так, еще взяла желудочки вот такие на галушку. В прошлый раз борщ варила для Юрика без галушки. Ой, а там у меня не кипит. Сейчас я посмотрю. Борщ, этот бульон поставила. Будет борщ с галушкой. Желудочки. Вообще расфасую вот их, и чтобы они у меня в морозилке лежали вот именно для галушки. Монетки вот эти вот, ну это для детей дают, типа вот поощрительный такой вот бонус в пятерке. И купили вот такую вот, смотрите, дыня. Говорю Лешку, давай возьмем, попробуем. Как-то она называется, я буду читать цену, потом скажу. Далматинец. Дыня далматинец. Кормят нас экзотическими арбузами и дынями. Арбузы такие там длинные есть. Вот дынька такая вот. Дыни такие. Ну, это небольшая, там были чуть побольше. Мы взяли небольшую, вдруг невкусно. Да? Ну, вот такая чудная. Да и ладно, да? Так, и взяла мочалки. Вот такие вот я брала последний раз. Мне понравились. Liberhaus. Губки для мытья посуды. Мне понравились. Классные. Вот эти вот. Такие прям, ну. Классные, да. Все, ребята. Вот это вот все. Сейчас расскажу вам. Расскажу, что почем в пятерке. Так, семечки 60 рублей. Сегодня без скидки семечки. Желудочки. Вот это на 116,88. 170 рублей килограмм желудочки. Колбаса 281. 313 рублей за килограмм. Маффины 160 рублей. Вот нафига эта фигня, да? Лучше пирожков вон на печь. Ну, пускай как хочет. Так. Творог. 189,99. Это по желтому ценнику. 6%. А, нет, 9%. 9%. Губки 44,99. 45 рублей две губки. Так. Рестория крахмал 50 рублей. Диски ватные 55 рублей. Дыня Honeydew. Далматин. Honeydew. 80 рублей. Вот это на 50,
58 рублей. Дымка такая. Вот. И, ну, и монетки вот эти вот. Они бесплатные идут. Хотя цену пишут 60 рублей. Стоит одна фигня. Вот. Ну, дают их бесплатно. Ноль. Вот. Вот так вот. Чек на 1477, скидка итого на 1244. 233 рубля скидка. Вот. Ну, это все вместе и по желтым ценникам, и так скидка для пенсионеров. Вот. Вот это вот все, ребята. Купили, потому что получили пенсию. Поехали, был маленький списочек, что надо было купить. Вот творог. Ой, а что сметаны не купили? Забыла про сметану. Ё-моё. А вареники Юрику? Ладно, Юрик будет ехать. Скажу, пускай заедет. Белорусам возьмет сметаны. Забыла, представляете? Про творог помню. Тут помню, тут не помню. Ладно, все. Вот такие вот покупочки. Будем пробовать дыню. Потом скажу, как она. Будем малосолить помидоры. Бомбические помидоры будут. Многие уже пробовали. Делаю их каждый год. Получается 3-литровая банка. 2 килограмма помидор. 3-литровая банка. Вот. В общем, все. Погнала я борщ варить. Ну, потом встретимся.